Всем привет! Ребята, смотрите, как он спит в гамаке. Интересно, я ни разу не видела, как наш Уша спит в гамаке. Вообще прикольно, залез так в гамак и спит. Видите, как он спит? Довольный. Корм пересыпали для него сюда. Тут сено стоит у него. Песок, тальк, песок. И наш Шуша спит в гамаке. Шушечка, привет! Мы решили на тебя посмотреть. Разбудила, да, я тебя разбудила, мой красавчик. Разбудила. Дети, мой хороший. Я тебя разбудила, да. Ох, она такая хозяйка плохая. Разбудила тебя. Чё? Мы его закрыли, пока пришлось закрыть его в клетке. Потому что он вредный, выбегает в другие комнаты, а мы боимся, что, не дай бог, где-нибудь провод схватит. А тут он просто прогрыз дверь. И поэтому пока закрыли. Что-нибудь приделаем, придумаем, чтобы защитить его от проводов, и потом будет бегать. Видите, как он пытается клетку открыть? Привык гулять. Илья, выпусти его на день. Пускай погуляет. На ночь потом опять закроем его. Да? Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте нам лайки и подпишитесь, пожалуйста, под наш канал. Всем пока-пока!